Всем добрый день. Немножечко расскажу короткий сторис про контроллер. Вот тут батареечки вставляются, видите, пальчиковые, мизинчиковые. Раз. Ну и ставится, накручивается герметичная крышка. Теперь на другом конце проб. Вилка. Упала. Вот, сейчас смотрим, замеряем. Вот вчера я, например, здесь вчера полил. Огурчики маленькие. Смотрим. Показывает, видите, 999. Переставляем, например, сюда. Видите, 642. Здесь уже подсохла земля. Не так влажно в перцах. Ну-ка. Здесь проверим. Вот видите, какая разница. То есть, в основном, рекомендуется вставлять их, ну, где-нибудь на видимость. Вот так вот. Раз. Смотрим. Видите, 942, 41 показывает. Можно замерить контрольные замеры утром и вечером. То есть, грубо говоря, через 12-14 часов после полива. И вывести среднюю до и после. Например, за основу берем вот влажное 945. И посмотреть, которая будет по суше, например. Вот сейчас я их с утра опять полил. Даже не на чем померить. Но в среднем получается, даже вот если все-таки мы возьмем, даже вот верхний слой, да? Видите, 700. То есть можно выставить, нажимаю очень просто, вот программирование, вот эту кнопку нажимаем, крайнюю правую, начинает моргать. И кнопочками вверх, например. Делаем 800 примерно. Новенький контроллер. Почему мы пользуемся по влажности? Потому что по времени не знаете, какая погода будет. Вот выставляем, например, 800. 79 пусть будет, да? Потом еще раз нажимаем на программирование. У нас начинает моргать низ, которая внизу идет, да? Показатель. Так, его делаем тоже. В среднем делаем, если для огурцов, то делаем низкое, в общем, нижний порог на 50. Верхний, а если, например, для томатов, то 100. Сейчас, например, сделаем 780. Да. Программируем. Вот видите, он открылся. Сейчас, как только будет, дойдет показание до выше 800, он выключится. Ну, например, воткнем вот сюда. Смотрим. Раз. Все, здесь влажно, он выключился. И в таком цикле он и работает. То есть ничего сложного. Вот эту нажимаем. Верхний показатель, нижний. Вот этими кнопками ниже, выше. А это просто вручную выключение, включение для проверки. Так что пользуйтесь, и будет у вас счастье. Контроллеры есть. Здесь приходит вода, здесь уходит вода. Стрелочка есть, наоборот, здесь приходит, здесь уходит. Поэтому отлично, очень вещь, кто на дачу очень редко ездит. Поэтому рекомендую. У нас стоят, у меня стоят везде. Даже, если честно, такой поставили на газон. Вилку воткнули, экспериментирую с газоном. Поэтому у нас второй урожай пошел каменного цветка. А перцы, смотрите, какие шикарные. Я вам скажу один минус в этом году. Огурцов нет, огурцы у нас не растут. В прошлом году кормил всю базу, а в этом году... Короче, не знаю, в чем проблема, но была проблема в почве. Почву перемесил, а толку-то? Ну, осенью, как мне сейчас сказали, будем осенью будем есть огурцы, а сейчас едим перцы.